Мы едем оркестром «Гнесинские виртуозы» играть пятую Бетховена в Ельце, в городе Елец, в Липецкой области. Учим Вагнера. Потрясающий композитор симфонической музыки. Слушаю князя Игоря. Пытаюсь учить Торгомышского биографию. Настроение отличное, замечательная погода, замечательная компания, теплая атмосфера, дружеская. Знаете, ощущение, что я и не выпускался отсюда, что я как бы здесь и был. Это приятно. Я бывший концертмейстер. А я нынешний. Я передаю тебе, так сказать, что? Негласные обязанности. Спасибо. Я уже через 2 недели выпускаюсь, поэтому напоследок еще решил съездить вот сыграть с оркестром немножко. Я сейчас ищу своего концертмейстера, у которого все ноты, и он не приехал. Я остался единственный трубач. Без нот. Но один отличился, но гнесинцы, понимаете, это такие люди, что мы в любую точку доберемся, чтобы сыграть эти 3 ноты в оркестре. Но они будут стоить того. Всем привет, дорогие друзья! Это канал Gnesin World Channel, и сегодня мы направляемся в Елец. Очень хороший состав оркестра, все большие профессионалы. А это концертмейстер нашего оркестра Александр Полторацкий. Саш, привет! Привет! Все супер, мы остановились, вот все купили мороженое. Что мы будем играть сегодня? Мы сегодня исполним пятую наипрекраснейшую симфонию Бетховена. Также мы будем играть элегию Михаила Богданова. Михаил Богдан – это ученик Тихона Хлебникова, собственно, тот, в честь кого организован этот фестиваль. И на бис мы сыграем из «Арлезианки» «Франдолу». Спасибо. Друзья, нам, к сожалению, надо отправляться в путь. До следующей остановки. Это наша 2-я остановка на пути в прекрасный город Елец. Вот, пожалуйста, Кирилл, он играет на фаготе. Как у тебя настроение? Замечательно. Правда, я проспал весь промежуток между 1-й и 2-й остановкой. Сил еще очень много, надеюсь, все будет очень удачно. Как вам поездка вообще? Да, пока все отлично. Ноги стекаются замечательно. Ты первый раз едешь? Да. Очень интересно и немного волнительно, но очень здорово, то, что ты такая часть чего-то значительного и очень позитивного. А в нашем оркестре присутствуют разные возрасты, как колледж, так и школа. Вот, например, 8-й класс, Мария. Это мой первый выезд с оркестром. Крайне волнительно, весело, все на эмоциях. Ну, впечатления большие. Конечно, это надолго-надолго на всю жизнь. Что я могу сказать? Мне очень нравится, я очень люблю оркестр и людей, с которыми играю, с которыми разделяю музыку. Все музыканты, которые попадают в этот оркестр, они получают неимоверный опыт, очень большие эмоции, впечатления. Так что эта поездка, думаю, привнесет в наш оркестр какое-то новое веяние, новое дыхание. Как ваше настроение? Ну, я уже проснулся. Что вы ждете от этого концерта? Я жду чистой интонации, отсутствия киксов и энтузиазм, общий энтузиазм оркестра, желание проявить самые свои лучшие творческие качества. Дорогие друзья, мы приехали в гостиницу, уже заселяемся, вот сдали паспорта, кто-то сдал, кто-то нет. Сейчас ребята получают ключи, и мы будем расходиться по комнатам. Вот, потом обед и, собственно, репетиция. Так что программа сегодня насыщенная, надо немножко отдохнуть сейчас вот в этом прекрасном заведении. Очень вкусно. Замечательно. Мы вышли из гостиницы.
решили немножко прогуляться по Ельцу. Улица Коммунаров. Улицы Ельца отличаются особым спокойствием и степенностью мирской жизни. Да, иногда есть погрешности. Ну, тут идет стройка, тротуары перекладываются, брусчатка, жизнь кипит. Каждый город — это разные люди, разные взгляды, разные общества. И мне кажется, интересно на все посмотреть, посмотреть, как живут люди. Просто как-то проникнуться атмосферой другого места. Потому что сейчас время у нас, конечно, ограничено. Но потом, думаю, как-то пройтись будет очень приятно. К сожалению, у нас сейчас время поджимает. Нам нужно идти на репетицию, потому что скоро концерт. На репетицию, ты ребята. Все на репетицию. Девочки, на репетицию. Давайте, быстрей. Быстрей. На репетицию. Надо на репетицию. У нас сегодня в программе была почти премьера. Это элегия Михаила Богданова, ученика Тихо Николаевича Хренникова. Это произведение, оно очень подошло Михаилу Усову, который исполнял солирующую партию. И он очень выразительно и очень эмоционально, мне кажется, проник в эту музыку. Ну, композитор очень доволен. Он говорит, что одно из лучших исполнений, которое он слышал. Михаил Усов, он меня поразил. Он поразил меня, во-первых, своим звуком, качеством звука, интонацией, вибрацией. Боже мой, какой набор! Он как раз сделал то, что было необходимо именно вот для этой пьесы, за что я ему безмерно благодарен. И я уверен, что он вырастет просто в очень крупного музыканта мирового масштаба. Потом мы сыграли пятую симфонию Бетховена целиком, такое серьезное, настоящее взрослое произведение. И, по-моему, ребята очень старались. Не знаю, как было слышно в зале. Публика, по крайней мере, встретилась с энтузиазмом в нашем исполнении. И потом мы сыграли на бис фарандолу Джорджа Бизе, такую зажигательную итальянскую танцевальную пьесу в стиле тарантеллы. Такой потрясающий коллектив вашей школы, если, знаете, не знать, просто слушать. Можно подумать, что это взрослый, профессиональный, хорошо сложенный коллектив. А это, в общем-то, дети. И огромная заслуга вашего руководителя Михаила Сергеевича, который сумел создать уже очень профессиональный музыкальный коллектив. Это очень дорогого стоит. Все музыканты – люди очень творческие, очень ранимые, очень чувствительные и все разные. И когда мы собираемся в одно целое, получается такая дикая смесь, если так можно выразиться, разных талантов, разных настроений, разных характеров. И потом это все вливается в то, что публика слышала сегодня на сцене этого замечательного фестиваля.
концерта мы решили немножко прогуляться, и сейчас мы направляемся в сторону храма. Прогуляться, посмотреть, что там находится. Анастасия, Карина, как вы считаете, как у нас прошел концерт? Я считаю, что достаточно. Да. Это факт. Слушайте, а вот, ну, как вот мы идем сейчас с вами, гуляем по Ельцу, здесь прекрасные тихие улочки. Что вы испытываете сейчас? Какое-то ощущение умиротворения, точнее, спокойствия, простите. Как будто бы я из резкой суеты переместился в бесконечную... Да. Спасибо, очень конструктивно. Прошу обратить внимание, табачная фабрика. Друзья, табачная фабрика в Ельце. Вы когда-нибудь видели табачную фабрику? Я нет. Курить – это вредно. И вообще не советую вам ничего. Такие вредные привычки не иметь – это хорошего не приведет. Друзья, выставка раритетных автомобилей. Прошу обратить внимание. Егорка, давай. Давай, обозревай. Сейчас мы видим перед собой уникальные старые модели. Я так понимаю, российского автопрома «Волга». Автолегенда. Ваше впечатление, пожалуйста. Ну, кстати, машины-то машинами, но то, что в этом городе они как бы стоят, говорит о том, что они здесь стоят. Город живет, движется. Есть какая-то культурная прослойка, есть какие-то культурные вот ценности, людям интересно, люди ходят, люди смотрят, и это прекрасно. Сегодня же мы отыграли прекрасный концерт, и можно, думаю, ребята уже подостыли, надо спросить у них впечатления, что они, как они вообще пережили этот момент, так что пойдемте скорее спросим у них. Могу поддержать, чтобы тебе не тянуться. Выступление исключительно положительное. Мне кажется, исполнение получилось абсолютно удачным. Все музыканты справились со своей работой на отлично. Это, мне кажется, этот перформанс, он заслуживает внимания. Все молодцы. И музыканты, и дирижеры, и вся организация. Я бы хотел поправить Кирилла. Кирилл нам сказал, что все музыканты на отлично выполнили свою работу. Я не назову наш концерт работой. У нас в оркестре царит полная атмосфера творчества, абсолютно. Вот. И работа это назвать нельзя. Мы все это делаем не за что-то. Мы это делаем от души и для души жителей города Ельца. Это был краткий экскурс по великому городу Елец с великими в будущем музыкантами, сейчас уже зрелыми профессионалами. Это оркестр «Гнесинские виртуозы». Ждем вас снова. Как у них дела? Что они думают, которые не спят? Лиз, как дела? Ладно, не хотят общаться. Расскажи вообще впечатления твои от концерта, вот от фестиваля. Мне очень понравилось играть, потому что мы хорошо сыграли, я считаю. До концерта мы бесились, а потом репетиция, все резко начали переживать. Потом концерт, на концерте надо собраться, все сыграть. Весело. Да, отлично. Прекрасно. Играть и ловить ноты просто. Ну, это тоже опыт, наверное. Да. Экстремальный опыт. Да. Гоша, ты отличился на этом фестивале. Ну, я знаю, что ты прекрасно играл. Это первое. А во-вторых, вообще, как дорога твоя проходила? Дорога моя проходила крайне интересно. Я встретил много интересных попутчиков, меня докинули до центра, и к концу моей дороги на автобусе в Елец, там уже все знали о моей проблеме, что я выступаю на концерте, меня там спрашивали, откуда я, что за оркестр такой, там половина людей сказали, что придут послушать. В общем, было очень интересно.
Но нервных клеток было потрачено, тем не менее, немало. Это очень приятно работать в дружественном коллективе, среди, ну, в принципе, своих друзей и знакомых. Вот, и жить с прекрасными людьми хотя бы один день, поэтому все замечательно. Море хороших, позитивных эмоций. И, ну, конечно, волнение первый раз играть во взрослом оркестре. Но это очень здорово. Я нашла вечером после выступления, когда мы пошли гулять. Он был совсем один, правда, это девочка. Вот. И я как бы решила ее с собой забрать в Москву. Хороший концерт, хорошо сыграли. Концерт был потрясающий, да. Эмоции положительные. Все только положительно. Да. Ну, это был, считаю, это был хороший опыт для нас. В какой степени достойное окончание года учебного. Да. Семен, да. Ты последний остался. У тебя еще не спросили, как концерт прошел. Безусловно, такие мероприятия, они только подогревают вот любовь, страсть к музыке, страсть к чему-то, что-то делать. И это впечатление оставляет, конечно, неизгладимое. Дорогие артисты оркестра «Кесинские виртуозы», я хотел бы вас поздравить с успешным выступлением и поблагодарить за участие в этой поездке. Думаю, что все остались довольны. И особое спасибо Михаилу Усову, что он с нами и участвовал в этом концерте в Ельце. Ура!